вел занятия. Вопрос 96. Если все-таки человек был крещен, но забыл и много нагрешил, то второе крещение, аще не крещен, омоет ли грехи его после первого крещения соделанные, если таковое все-таки было? А если не омоет, то что делать? Ответ Игнатий Тихонович Лапкин. На наших занятиях мы договорились, что я только указываю места в Священном Писании, в трудах святых отцов Церкви. А вы сами уже, молясь, будете читать предыдущие места и последующие, чтобы иметь более полное представление о том, что желаете знать. Договорились также, что мы искренно во Христе, как пред лицом Божиим, задаем вопросы и получаем ответы, без лукавства. Когда стали говорить, что крещение омывает грехи, то нужно пройти полную катехизацию от 3 до 5 лет. И такие правила трудны для того, чтобы быть принятым в число верных в общину. То некоторые стали утверждать, что они были крещены. И есть у них крестные даже, что свидетели есть достоверные, что они были крещены с полным погружением, как положено по канонам. Но мы тогда продолжили наши исследования и рассуждения и сказали, что если вы уже крещены, и вам нужно только лишь заявление подать в письменном виде на прием в нашу общину, то должно быть и справку, что вы были крещены. Должно добыть и справку, что вы были крещены и жили по-христиански все эти годы. Иногда и 30, и 50 лет после крещения. И все, что нагрешили после крещения, это вы уже соделали в стадии крещенного человека. Поэтому попадаете под все эпитемии, какие положено мужественно вынести. За аборт 10 лет, за волшебство 18 лет. За лечение у экстрасенсов, то есть у колдунов телевизионных, до 5 лет. Тут начали вдруг эти люди припоминать, что они не уверены, что были крещены в детстве, а проще сказать-то и не были вовсе крещены. Потому что с крещением все с человека смывается, и он как бы народился. Он может и священником быть, но если после крещения уже женился и разводился, то кандидатура его снята навсегда. Думаю, это от маловерия, от потери страха Божия, как отвечали люди. Они все ушли, ни одного из них мы не приняли и до крещения не допустили. Лукавство обаятелей патриарших широких врат входа в церковь повлияло на них давно. Было или не было крещения? Шестой Вселенский собор, правило 84. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах. Каждый раз, когда не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие яко крещены суть, и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. Да таковое недоразумение не лишит их очищения толикою святынею. Есть истинные пастыри, которые налагают эпитемии согласно канонам в церкви Христовой. К ним и надо идти, а не к волкам монашеской ряски, которые и себя не пасут, и забыли, или не знали, что есть книга правил, которая еще никем не отменена. Получите вынести достойную эпитемию, исповедавшись искренно перед батюшкой и причастившись тайн Христовых достойно,
не в осуждение. Что, все на сегодня, наверное? Да. Не отходи далеко там, у нас сейчас, когда выключишь, я тебе лично сброшу там для гостя несколько слов. И сам далеко не отходи, а в течение там 5 минут все это напечатаю, что нужно. Вам что, по скайпу позвонить или что? Ну, можно и по скайпу, сейчас, когда слышишь все, по скайпу, но только... После скайпа, который мы поговорим, отключить и потом снова включить.